Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, я хочу вас поздравить, наконец-то испытания все у нас починили. И как мы видим, у нас Лига Лео, куда я не хочу идти, потому что у нас все здесь прокачано от и до, все черепашки. Так что уж извините. А вот насчет девичьей силы, пожалуй, мы зайдем, потому что здесь Шинигами и Кунаичи. Именно эти два персонажа у нас не прокачаны по полной программе. Ну и для любителей, естественно, ребята, супергероев именно злых, хочу вас поздравить, вам доступен будет Шреддер, а точнее его фарм. Так что дерзайте. Ну а меня интересует, наверное, больше вот это вот, союзники. Ну что, начнем, как обычно, с нашей арены. Так, тут еще, блин, жетон, ребята. Давай-ка я, наверное, быстренько сейчас набью жетончики вот эти вот, потому что мне там не хватает буквально чуть-чуть, и я смогу приобрести ДНК на наших персонажей. Тут 40, потом, по-моему, дадут 60, 80 и 100, да? Итого 250 где-то жетонов, а у меня уже 350 есть. Так, минус, змейка бьем. Двигаемся дальше. Потом с тобой после вот этого сделаем ежедневные задания, сходим на арену, и потом уже пойдем, наверное, пройдем девичью силу. Вот такие вот, как бы, у меня планы на ближайшие 40 минут. Так, ну что, побежали дальше. Змейка Вьюн 40 уровня. Я думаю, также мы его сейчас быстренько здесь раскурочим, и ничего здесь страшного не будет. Так, ну что, понизил меткость, да, значит? Это все ерунда. На тебе. Так, ну что, Ванька, как всегда, у нас на высоте. Ванька у нас хорош, поэтому пошли дальше. Сейчас у нас будет разыгрываться... Ага, 80 жетонов. И в конце уже будет соточка. Так, змей-ковьюн уже готов получить звездюлей, я так понимаю, да? Ага, понижает атаку. Вот это плохо. Давай-ка мы с тобой сделаем 3 укуса ему. Раз, два, три. И добивка. Пулеметная дробь. Так, Ванька, красавчик. Ну, а мы с тобой продолжаем. И у нас остается последний всего лишь поединок. И посмотрим, сколько у нас будет жетонов. Так, 80. 530 плюс соточка. Это получается 630 жетонов. Как раз нам хватает, по-моему, для того, чтобы приобрести ДНК на нашего кого? Бибопа, естественно. Так, успокойся, Джастин. Ой, Джастин, ё-моё. Змейка Вьюн. Смотрю просто на нашего Джастина. Так, вот это мне не нравится. Понижение защиты сделал. Так, ну давай, родной. Попробуем. Промахнулся, а? Давай так сделаем. Все. Все, ребята. 100 жетонов мы с тобой забираем и, соответственно, сразу бежим в магазин их тратить. Ага, магазин. Предметы 630. Да, нам нужно вот 610. Поэтому тратим. Ну что, 58. Да, на самом деле еще очень много нужно жетонов нам потратить, чтобы его перевести уже в конце концов в золотой ранг. Так, кто нам тут, Кирби, что ли? А, нет, Зэк. У Кирби вообще-то желтый такой фон. Так, здесь забираем награду. Пойдем быстренько, наверное, пройдем серию испытаний. Давай вот здесь, наверное, возьмем черепах. Сразу их, подожди-ка, накажем. И что нам останется? Останется найти элементы. Останется найти элементы. Я не знаю, когда мы с тобой Донателло этого прокачаем по фулочке. Так, сделаем с тобой супер удар нашему саге. Постепенный урон на всех висит. Минус майки. Минус Рафаэль. Минус Донни, ой, минус Лео. И минус, наверное, да, минус Донателло. Все быстро, как говорится, и легко.
Ну что, погнали тогда. Сейчас у нас событие будет пройдено. А нам нужно еще вот сюда заглянуть. Донателло Космос. Ну-ка. Да, 4 джойстика нам нужно найти. 4 джойстика, давай попробуем здесь. Один есть. Так, и начинается, да? Понятно. Один нашли, и все. И больше нам не дают. Серьезно. Так, второй. Ну давай третий и четвертый потом. В конце концов, нет, он мне дает геймпад. Мне геймпад, вот. Последний остается вытянуть. Угу. Вот он, наконец-то мы его достали. Так, друзья, потом нам нужно будет найти с вами силовые ячейки Крэнгов и 12 еще комиксов. Ну, там, я думаю, уже будет попроще. Окей. Так, и поднять уровень персонажа. Мутагена у нас мало, поэтому давай мы сделаем вот так вот. 55 уровень получают наши кролики. Забираем с тобой остатки. Ну и все, остается нам идти с тобой прямиком на турнирную арену. В данный момент я нахожусь на Лиге Сёгунов 3 звезды. Ранг у меня 61. То есть меня целенаправленно выкидывают с Лиги Мастеров. Никак мне не дают там засидеться, скажем так. Поэтому приходится все время с боем, так сказать, прорываться. Ну что, Армагон, давай. Так, Усаги, ты пока подождешь. Я хочу попробовать сейчас реализовать свою идейку за счет одного Армагона. Я знаю, ребята, очень большие риски. Если он не справится, нас тут, скорее всего, раскатают. Поэтому, Армагон, давай-ка, не шути. Круто. Слушай, Армагон меня не подвел. Замечательно, он всех снес своим вот этим вот валуном. Ну что же, мы двигаемся тогда дальше. И какая там, 40-я, наверное, будет? 43-я, 43-я позиция. 49 жетонов у нас, маловато, если честно. Так, там у нас Микеланджело, я смотрю, да, был? Ну что же, Майки, мы тебя не боимся. Когда у меня в команде Зек и плюс Супер Шреддер, то Микеланджело здесь тихо в сторонке стоит и плачет. Почему? Ну потому что Зек с огромной инициативой. Ну и Супер Шреддер тоже. Ну что, бросаем бомбочку. И Супер Шреддер, по идее, должен их сейчас всех уничтожить. Все. Вот вам и итог. Блин, какой же этот Зек худой здесь, да? А когда он превращается в бибопчика, в кабана, он такой здоровый становится. Так, ну что, 20-ю позицию дайте мне, пожалуйста. 22-ю. Угу. Сопротивляются, ну ладно, терпимо это еще. Так, 16-22 мне надо. По идее, да? Или даже 16. Все, есть такое дело, ребята, нашли. Возьмем, наверное, с тобой Супер Шреддера. Плюс, нет, Усаги пока не будем брать, Лео. И пошли в самый хвост. Раз, два, три. Вот этих вот троих. Сейчас мы с тобой отыграем. Так, ну что, партизаны, готовы отдуплиться? Давай, Шреддер. А я так и думал, что кто-нибудь да выживет. Поэтому Леонардо здесь нам как раз и пригодился. Как подстраховка. Ну что, погнали тогда дальше. Смотрим, на какую позицию мы переходим. Я думаю, где-то будет 5, 6, 7. Ладно. Немножечко недорасчитал. Так, давай мне, знаешь что? Вот, 16-22. Вполне годится. Шреддер плюс... Пускай будет Донателло. Шреддер и Донателло. Слушай, ну здесь есть риск, потому что, опять же, Карайка. Ребята, у врага есть Карайка. Если Шреддер ее не уложит, Карайка уложит у меня многих. Так что закроем глазки и... Отлично.
Он красавчик. Шреддер наш красавчик. В любом случае, это тоже дуплица от постепенного урона, если мы даже Донателло его раскатал. Фух, найс. Что я тебе могу еще сказать? Это прекрасно. Ну что, мы переходим с тобой в Лигу Мастеров. Держись, Лига Мастеров. Мы идем к тебе. Идем к топчику. Такс. Ну, самое главное, что починили, друзья мои. Починили игру, все отлично. А вот не дают мне 16-23. Я так рассчитывал, что... не хотят. Ладно, возьмем тогда 16-22. Возьмем, опять же, нашего Супер Шреддера. Вместе с ним возьмем Ваньку. И вот так сделаем. Хотя нет, подожди, зачем? Не надо нам так. Возьмем вот этих вот орлов. А интересно, вот сейчас посмотрим, как инициатива у Ваньки будет работать. Он 90 уровень имеет, да? Сейчас глянем. Ну, Шреддер, естественно, ходит первым. Я просто хочу глянуть. Да, Ванька красавчик. Все-таки стал вторым идти. Я просто немножко сомневался, думал, а вдруг он не будет ходить. После Шреддера кто-то из врагов пойдет и начнет наших кромсать. Ну, Ванька здесь неплохо себя повел, отлично. Также, в принципе, и Бакстер Стокман у нас в последнее время. Я вот смотрел, у него инициатива очень хорошо сейчас повысилась. 16-22, дойдут мне 16-23. Я вот уже долго жду, почему-то никак не могу получить. Так, давай возьмем Шреддера, Бакстера, Стокмана. И вот сейчас проверим. Уровень здесь у противника 66-й. То есть, там, сам понимаешь, если наши противники выйдут из-под контроля, то 54-х уровней они быстренько раскатают. Так, пробуем. Твою налево. Шреддер дал, не дал даже вообще ни единого шанса нашим противникам. Как ты видишь, всех раскатали. Ну что, давай тогда попробуем еще. А, еще раз не получится. То есть только в откат делать? Но я не хочу. Так, обновим. Давай еще обновим. Так, подожди, что-то не дают мне. Ладно, 16-22. Шреддер плюс Усаги. Ну, с этой командой тоже можно брать, в принципе, любых наших персонажей. Ничего страшного не случится. А почему-то уровень врагов нам понизили. Был 68-й, сейчас 65-й. Не знаю, с чем это связано. Хотя проиграл он. И я еще ни разу здесь даже не икнул. Потому что все идет великолепно. Давай добьем, фиг с ним. Хотел тут помурыжить, думал, начали убрать Донателло, а этот от постепенного урона крякнет. А потом вдруг постепенка не убьет. И тогда будут у нас проблемы. И решил все-таки атаковать суперударом. Давай 40-е место. Ага, 47-е. Так, ребят, 17-23. Дошли мы с тобой, да? Ну, давай я вот так, наверное, сделаю. По большому счету, зачем здесь тогда мне нужен Супер Шреддер? Вот объясни мне, если эта команда самодостаточная. 80 уровень, они сами по себе тут порвут любого. Так, ну-ка давай, Шреддер, вжаривай. Так, Адони, нет, ты не успеешь, парень. Ты не успеешь хильнуть никого здесь. Прекрасно. Ну, тогда продвигаемся дальше. Давай-ка мне 25-ю. Воу-воу, 30-ю. Что-то как-то по заниженной ставочке они мне все это подсовывают. Почему такая низкая, не знаю, ребят. 16-20, ну ведь было же. Было, вот. Я же говорю, было. Возьмем так. Рафаэльчика возьмем, наверное, сюда. Раз... 2, 3. Ну, 70 уровень, это ничего страшного. Тут 73, у нас 70. Но не забывай, что Супер Шреддер и Майки. А, нет, у нас Раф. Почему-то я Майки. Что-то в голове у меня Майки сидит. Засел, зараза, а. Так, ну что, здесь постепенно, как ты видишь, я вот этого, наверное, немножко помурыжу. Так, один упал. Второй упал. И третий упал. Все, ребят. Тут иначе никак нельзя. Нельзя им давать слабины. Вот что.
Ну что, 15-я будет позиция у нас? 14-я, отлично. Так, ну что, значит, еще один поединок, и мы с тобой переходим на Лигу Мастеров 2 звездочки. По идее так. Откатов у нас с тобой за глаза и за уши. Супер Шреддер плюс Лео. Персонажи у нас тут, ух, еще катать и катать. Возможно, даже сегодня возьмем топовое место. Что-то вот мне подсказывает, что будет именно так. Ну что, роднульки, стоите там, грустите. Нате вам для веселья клинки. Хм. Упал только нейтрализатор. Вот так вот, Шреддер, что-то твои ударчики тут киснут. Ну, понятно, что и противник уже уровень имеет повыше. Как ни крути. 74-й, что ты хотел? Ну, да. Лига Мастеров 2 звезды, 98 место. Так, ну что, давай попробуем все-таки перейти на 3 звездочки. Хотя бы перейти. Первое место сегодня вряд ли, может быть, не успеем забрать. Но перейти на 3 звезды мы обязаны. Роквелл так интересно летит. У него, видимо, вот этот, я не знаю, как тебе назвать этот пояс. Он гравитационный, что ли? Ну а как еще объяснить то, что он летит по воздуху, а не бежит ногами? Вот так. Все. Кролики вот эти вот меня удивляют. Они что, акробаты с цирка, что ли, с какого-то сбежали? Постоянно какие-то эти акробатические трюки там делают. 85-е место. Ну, слушай, ну, мне кажется, уже вполне должны давать 17-24. Мы вполне этого заслуживаем. Но, видимо, игра считает немножко по-другому, да? То, что я еще не заслуживаю этого. Окей, 2 отката, конечно, не хотелось бы постоянно тратить. 1, 2, 3. Понимаешь, вот у нас с тобой сейчас берется 2 персонажа, и отыгрывается всего лишь 3 слабых персонажа. То есть нам очень много здесь придется боев сыграть. Так, клинки. И на всех постепенный урон висит. Тут даже можно было бы просто пропустить ход, они бы крякнули. Но здесь такого нету. Просто пропустить ход. Окей. Так, ну что, двигаемся далее. Здесь пропускаем. 68-я. Ага. 68-я, конечно. Закатай губешки, Рэй. 72-я. Позиция. Ну ладно, ладно. Так, вот этот отряд, ну блин, он тут очень длинный. Очень длинная очередь у нас получается здесь. Даже, наверное, за 5 поединков мы не отыграем. Поехали. 5 на 3, 15 персонажей. Не отыграем, скорее всего. Так, ну что, замечательно. Леонардо, почему он такой взял костюм? Он что, там, типа, сделал из себя супергероя, да? Типа этот, Капитан Америка с щитом. Так-с. Куда же мы с тобой переходим? На 55-ю позицию. То есть ровно половину мы уже с тобой пробежали. Так, 20... Нет уж, хорош. Давайте, ребята, 17-24. Уже 17-23 мы уже фиг знает сколько долбим здесь. И все равно, да, игра сопротивляется. Она не хочет мне давать. Не хочет мне давать высшие кубки. Окей. Что я буду делать? Я уже и так долго ролил. Придется с ними соглашаться и, соответственно, вот уже идти в бой выступать. Ну что, поехали, Супер Шреддер, давай начнем потихонечку. Так, и добивка. Прекрасно. Идеальная победа, и мы сразу бежим дальше. 55-я позиция была, я думаю, сейчас где-то будет 40-я, наверное. 42-я. Угу. 17-23. Слушай, ну здесь стандарт. Я возьму, наверное, сейчас Супер Шреддера и Армагона. 1, 2, 3.
Раз, два, три. Так, ну что, еще два поединка, и у нас первый, как бы, отрядик будет отыгран. Там уже пойдут полутоповые персонажи. И, кстати, нужно будет потом глянуть, сколько у нас мутагена. Возможно, Донателло получит еще один уровень сегодня. Ну, хотелось бы. Так, идеальная победа. Ну и двигаемся дальше. Смотрим. Так, 42-я, сейчас должна быть 32-я, да? Оу, 26-я. Когда ты хочешь, чтобы было больше, тебе наоборот дают меньше. Когда ты хочешь, думаешь, что меньше будет, наоборот дают больше. 17-24, ребята, было, вот оно. Окей. 17-24. То есть это максимальное количество кубков, которое доступно в нашей игре. Вот так-то. Ну-ка, давай, Шреддер. Так, Пит сразу отдуплился. Ну, понятное дело, медики всегда слабые, поэтому он погибает в первую очередь. Остальные уже потом, попозже немножко. Ну и какая у нас? 15-я? 9-я. Ну вот и Лига Мастеров, в принципе, ребята, уже в кармане у нас. Три звезды, я имею в виду. Шреддер плюс Лео. Сегодня, ребята, попробуем, наверное, поиграть... Если успею по времени. В Усаги Яджимбо. Наверное, уже надо будет допройти игру все-таки. Так, ну-ка. Тыдыч. Упс, здесь не очень хорошо получилось. Потому что постепенно урон только был на слэше. Висел. Так, окей. Погнали дальше. И вот она. Вот она, Лига Мастеров, друзья мои, три звезды. Мы все-таки добрались до нее. Сейчас, если мы возьмем примерно 50-е место, вот нашими оставшимися, это уже будет на самом деле круто. Потому что, ну, нас не скинут за эти два дня. А уж мы-то, я думаю, их победить сможем. И, соответственно, уже на следующий день, ну, завтра можно перед работой, да, мне сыграть маленько и, в принципе, занять первое топовое место. Или уже просто перейти и подождать, когда будет воскресенье. И в воскресенье немножко поднажать и пробить. Так, ну что, какой там у нас 94-е было, становится 78-е. Так, давай Шреддер, давай. Слушай, а если... Нет, хотя подожди, давай Бакстера возьмем и посмотрим. Сможет он здесь справиться или нет? Мне кажется, у него инициатива будет меньше сейчас. Ну, я имею в виду, что кто-то быстрее его опередит. Надо глянуть. Так. Да нет, все у него хорошо, ребят. Бакстер молодец. Почему-то вот он когда получил именно сотый уровень, он сразу начал, как бы, ну, по инициативе выигрывать. Возможно, что и остальные персонажи, если получают соточку, они будут уже более продвинутыми, чем они сейчас там на 80-х, 70-х и 90-х уровнях пляшут. Так, возьмем раз. Возьмем два. Раз, два, три. Ну что, последние уже заключительные поединки. Там еще осталось, наверное, на поединка 3-4 персонажей. Ну-ка, глянем. Слушай, у меня здоровья тут дофига осталось. Ну, Лео, давай, отжигай. Отлично. Лео, конечно, косит безбожно здесь. Налево и направо. Ну и молодец. Так и надо. Так, давай 50-е место мне. 46-е. Еще даже лучше. Смотри, как у нас быстро, ребята, улетели откаты. Было 40 откатов, осталось 16. Да, очень быстро тратятся они, конечно. Ну что, старая схема. Поехали. Пит выжил. Удивительно.
Пит умудрился выжить после удара супершреддера. Как? Я не знаю, ребят. По идее, медики должны сразу падать. Медики, саппорты должны моментально ложиться, но нет. Слушай, прикинь, если мы сейчас с тобой еще возьмем топовое место, вот прям сегодня, прям сейчас. Это будет вообще круто. Так, Лео, Шреддер. Нет, все-таки, наверное, не хватит. Раз, два, три. Один поединок всего лишь остается еще. Хотя, подожди, есть у нас сейчас 20 какое-то место. Или какое там? Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. А вот здесь ведь, ну, все-таки сразу сиганем в топ. Угу. Тут другого варианта не было. Только разнос, причем полнейший. И смотрим. 14-я позиция или какая? Да, если мы сейчас с тобой выиграем, по идее, мы должны будем перелететь на топчик. Раз, два, три. Давай посмотрим, прав я или не прав. 12 ступенек, в принципе, для нас не проблема перепрыгнуть. Ну-ка. Так, Лео, жги. И, ух ты, ёк, Макарёк, выжил. Какого лешего ты, кабан, ты оборзел. Смотри-ка, он выжил против двух суперударов. Шреддера, о, суперудар, и Леонардо. Нифига себе. Ну, есть. Друзья мои, я поздравляю вас с топовым местом. Все великолепно. И теперь у нас испытание. Девичья сила, да-да, именно она. Ну что, я, наверное, ставлю автобой. Потому что, ну, здесь нет, ребят, смысла вообще мне подключаться к игре. И мои персонажи, естественно, все здесь уже сами разрулят. Жалко, здесь нет каких-то вот кредитных карточек, которые можно было бы заюзать и пройти уровень, даже не участвуя в нем, ну, как бы в поединке. Я бы сразу перелетел бы на два последних, и все. Там, где у нас разыгрывается Кунаичи и Шинигами. И все, я не стал бы здесь долго размусоливать. Ты дичь. Так, ну, 12 уровень, понятное дело, отгребает по полной программе. И мы с тобой переходим на второе событие. Так, давай, 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 прогружайся быстрее. Второе событие. Так, Карайку получили. Эйприл Анил. Блин, все, ребят, никак не могу вернуться в эти в безумные мутанты. А знаешь, почему не могу? Потому что я до сих пор не смог пройти черепашек. Именно где Леонардо босс, ты прикинь? Я не могу пройти. Но зато я Кренга там качнул до 4 звезды. Прикинь? Кренга до 4 звезды. Но он все равно почему-то отстает. Потому что у него не хватает мощей. Надо будет как-то действительно реализовать, вернуть ее в наш, как говорится, в нашу рубрику, да? Тут... Так, нормуль. Здесь быстро расквитались. Так вот, я, ребят, почитал комментарии, да? Почему-то вы не советуете мне брать Xbox. А почему? А Nintendo Switch лучше, чем Xbox. Ну, я имею в виду новый вот этот S. Как она? Microsoft. Я же не помню, как она называется-то. Приставка-то вот эта вот последняя, Xbox-овская. Microsoft Xbox S, по-моему, так вот она называется. Значит, не стоит, да? А плойку, плойку пока, ребята, тяжело найти, если честно, в магазинах. А если и продается, то по завышенной цене. Опять же, перекопы. В DNS вроде бы как бы была акция, а тут вроде должны были их подвести. Но именно у нас, в нашем магазине в DNS, я ее не видел. Хотелось бы, конечно, чтобы на Новый год они появились, да еще и по скидочке. Было бы вообще великолепно. Очень офигенный был бы для меня, по крайней мере, подарок. Так, ну что, двигаемся дальше. Хотя сейчас, честно говоря, на компьютер очень много новинок выйдет. Как бы не до консоли, если честно. Потому что у нас Deadlight, вторая часть выйдет, да, в феврале. Что у нас там еще? Да там дофига, я там посмотрел релизов. Очень много. Elden Ring выходит. А тоже в феврале.
Там дофигища игр. И, как говорится, на всех, во все игры поиграть, это я не знаю. Я надеюсь, что я в январе, меня отпустят в отпуске, и мы рванем. Рванем какие-нибудь игрушки. Фулл прохождение. Хотелось бы, наверное, уже и постримить, если честно. Потому что игры по 2-3 часа просто на запись. Их лучше, конечно, на стрим запускать. Ну, там хотелось бы кое-что докупить. Во-первых, камеру нормальную. Она стоит 20-ку. Угу, райзеровская. И Stream Deck тоже стоит 20-ку. Ну, это как бы мне необходимо просто. Для удобства, если честно. 40 штук нужно. Так, ладно. Все это мы с тобой замутим позже. Так, ну что, морозилку мы получили. Так, эпизод 5, это у нас предпоследний. Мы не будем проходить полностью, наверное, да? Или будем? Я вот не помню, если мы последний эпизод проходим, у нас Карайка там и Шинигами будет или нет? Я вот не помню. Ну, можно, в принципе, для успокоения души пройти полностью это событие. Все равно у нас другого нету ничего, да? Скажем так. День Лео проходить нет смысла. Потому что Леонардики у нас все прокачаны. Так, минус таракашка. Окей. Так, сегодня, ребята, выходит у нас новая серия на Первом канале по Юрскому миру эволюции. И еще Руины выходит. Очередная серия. Так что заходите, там, кстати, у нас новые удары, суперудары открываются. Камни, в общем, все нормально. И даже пару боссиков-то будет. Так, ну что же. Остается... Так, мы сейчас получаем на Лапекс, да? С тобой ДНК. И у нас идет Шинигами. Шинигами и... Ну да. И Кунаичи собственной персоной. Опять же, ребята, я не буду здесь встревать. Поставлю вот на автобой. И я думаю, что они сами здесь справятся. Потому что все персонажи сотого уровня. А враги, ты сам видишь, только лишь 60-го. Я не знаю, почему именно это событие они так занизили. И я до сих пор не понимаю, почему у меня нету фулл прокачки именно на Шинигами и Кунаичи. Потому что это событие мы уже проходим с тобой давным-давно. Именно девичью силу. Причем целиком. Не знаю, вот как-то вот не везет нам с фармом и со всем остальным. Так, ну что, четвертая волна, это предпоследняя. Вот они могли бы сейчас, если честно, сделать бы супер удары. Но неужели? Баксер созрел. Сделал все-таки супер удар. Молодец, красавчик. Ну что ты? Ирма. Подставная, да? Так, Усаги делает суперудар. Ну, в принципе, нормально. И добить остается. Все. Профессор кислых щей. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше на последний эпизод. У нас, к сожалению, не будет сыра, чтобы пофармить. Но зато будет пройдено полностью это событие. 41. А подожди, почему не будет? Наверное, будет 8, если тратим. У нас еще даже хватит немножечко пофармить. Это круто. Так, поехали. Я, кстати, хотел еще Xbox взять вот этот вот последний. Для того, чтобы поиграть во вторую и в третью часть Gears of War. Потому что она только лишь на Xbox консолях. То есть, ну, еще старые Xbox эти, 360, по-моему, да, она именно на них выходила. Но у них, насколько я помню, вот у последних версий Xbox есть совместимость со старыми играми. Поэтому можно было бы взять в магазине, да, по геймпассу и поиграть. Так, Усаги сделал баф, причем неплохой. Так, у всех есть... О, зря ты это сделала, на. Фига, я раньше думал, что она из руки бьет, а она, оказывается, бьет из... локте. Она убирает руку, у нее в локте пушка. Вот оно что.
Ну тут что-то мы их вообще 75 уровня эти разбираются на изи. Ну что ты? Вот, совсем другое дело. Еще постоял, подумал, Лео. Хотя у него двойная атака была. И... на Эйприл тратит суперудар. Зачем, Бакстар? Я не знаю. Ну, что у Ирма? Ну, в любом случае тебе не жить. Ну, согласись. Хотя здесь не Ирма, здесь профессор кислых щей, который сидит в этой Ирме. Как он туда только поместил свое тело? Типа он тоже трансформер, что ли, да? Трансформируется. Все, все, ребята, вот. На одном дыхании проходится. Все событие пробегается на автобое, понимаешь? Поэтому я тебе говорю, что оно довольно легкое. И фарми себе до фарми. Так, ну что, Эйприл Куна еще у нас в кармане. А мы попробуем сейчас вытянуть. Угу, $3. Комменталик. Кукла Дарума и последняя попытка. 40 жетонов. Я в шоке. Я в шоке, ребят, ничего не дали нам, прикинь. Да. Так, ну что, 33 тысячи как раз нам хватает. 93 уровень получает у нас Донателло. Опа. Заберем. У нас уже 1045. Мы можем взять. Не хватает чуть-чуть, да не хватает $5. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак. Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в Синемон. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты.